так попиздим, типа стрим там. В гостях. Лайвстрим. Ладно, в ребят. Гостях у Баряна, блядь, два краба, я. Я уже. Заебись, нахуй, блядь. Я уже начал снимать. Да, да. Это мы снова, это сварщик. Диман. Отбитый. Я. Крабус Динозавриус. Ебец, пиздец, меня штори. И мы играем в Sleeping Dogs. Ты играешь в Sleeping Dogs. А, да, 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 я играю в Sleeping Dogs. Пока что... Ой. Я прошел уже немного. Игра была скачана мной. Поэтому у меня уже есть много чего открыто. Игра на меня произвела довольно прикольное впечатление. Сейчас я сижу с какой-то бабой на мотоцикле. И надо, пожалуй, сделать настройки, а не то просто глохните и будете слушать не меня, а тех придурков на экране. Они нам не нужны. Тут главное просто слушать, что мы говорим. Ладно, давайте начнем. Посмотрим, что эта баба скажет мне. Может, она мне в конце миссии даст. Поебал. Ну, хотя бы. Бьет, значит, любит. Значит, хочется копать там. Не закопать. Просто берешь, просто едешь в лес и закапываешь нахер. Так, я приехал в клуб Бам-Бам. Бам-Бам. Все, я приехал, сразу уехал, поеду сейчас теперь в храм. Мы посмотрели на клуб, теперь нужно исповедаться после этого. В игре есть, присутствует праворукое движение, меня просто тошнит от него, потому что я ничего не понимаю. Я еду постоянно по встречке, и улицы, блин, представляют собой просто какие-то насранные кучи, блин, анальных динозавров. То есть настолько стрёмные улицы, что прям вообще жесть. Сказал, как отрезал. Отрезают ноги, а я... Отрезают, знаешь что? Я тебе потом скажу. Чуть не проговорился вот в натуре. Так, я с какой-то бабой около храма постоял. Ну все, после такого романтического вечера она точно должна дать. Да, 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 тьма. Я еду. Здесь в этой игре очень какие-то непонятные езда, потому что мотоцикл может разогнаться до скорости, наверное, километров, до 500 в час. Просто секунды за три. Сейчас я отвезу эту бабу и потом продемонстрирую. Сейчас. Не понятно, что я делал. Я вообще не читаю, что происходит на экране. Вот я ее отвез. Мы, наверное... А, нет, мы пришли в какой-то кей-клуб, где все машут руками. Они друг друга дрочат, на самом деле. Раз, два, три. Четыре. Хэрфил. Какие-то они все одинаковые. Ладно, все ясно. Дальше тут уже нечего смотреть. Там еще дикая оргия начнется. Так, а теперь я буду ушатывать всех подряд. Чтобы на цель... Сломаю тебя, придурок. Че за бред? А это меня типа учит драться спустя 20 моих боев, наверное. Так, удерживаюсь, нажмите на цифру, когда противник целится на меня. Параша какая-то непонятная. Все, да, спасибо, поздоровались, до свидания. Зачем вот они мне этому учат, если я все равно буду пользоваться просто комбинацией с трех нажатий клавиши и все. А теперь они будут против меня меситься, значит. Сейчас я вам покажу все свое крабье. Вариант, фанишь. Да долбани микрофон. Сейчас я самого там долбанут. А, у меня сейчас все залагало. Еще хуже. Меня сейчас и забьют, блин. А, не хотят. Чаво? Диман, что сказал? Говорит, что нормально. Сейчас попробуем поймать этого учителя за шкирба. Не, вот этого парня, мне кажется, он против меня.
настроен. Здесь, кстати, очень прикольные драки. Вот, меня также бьют в подворотник всегда. У меня в зале наваливается куча гопников в кимоношках и начинает меня бить. Я пытаюсь направлять их в нужную сторону, особенно самых юных. Как будто, не знаю, приход Максима Галкина на эстраду. Его не прошло. Обучают, как грамотно стоять в стойке на сцене. Что за херню несу? Пиздец, меня упороло. Чё, блядь? Всё, понеслась. Свободный мир. Сейчас я вам покажу, как разгоняются настоящие мотоциклы до 500 км в час. Вообще, я думаю, можно снять по ней много частей летсплея, если это кому-то вообще интересно стало. Ну, навряд ли. Таких идиотов есть только я, Диман и Вован. Нет, только ты. Да, и только хотел сказать. Вот. Ну, если кому-то не интересно, можете написать, наверное, в комментариях. Я, может, попробую еще что-нибудь снять. Блять, я сейчас скажу. Ну, это хуйня. Это ты зря. Ну, ладно. Раз вы так верите в мою силу. Так вот, я разогнался до скорости 500 км в час. У меня начинает с лик трястись экран. Я обгоняю все в подряд. Игра, кстати, состоится в том, что я типа такой коп под прикрытием, как мы уже выяснили, что просто за мной ходит всегда снайпер. В этом и заключается все прикрытие. Я работаю с местной мафией. С там туда-сюда. В общем, терки, наркота. Ну, как обычно, там как каташка. Да, игра представляет собой все. Больше ничего здесь нету такого интересного. Всякие штучки с переодеванием, но это все известно нам. Так что сейчас поем в какие-нибудь миссии какую-нибудь пройдем. Сейчас так проканемся тактично. Все, вылазь. Кстати, он только что хорошо спрятал. Хорошо спрятал мотоциклетный шлем. Засунув его просто в текстуру. Вот сейчас я иду говорить с мусорами. Воу-воу-воу. Катайтесь по городу, раскрывайте преступления, чтобы перестать понять полицейское здание, бросьте свою машину. Ну, давайте пройдем парочку миссий. Надо включить сиренки. Здесь нет. Очень здорово здесь продумана сирена. GPS-ка. GPS-ка тоже хорошо. Вот опять эта улица. Кишка динозавра. Перестрелки какие-то. Надо кого-нибудь убить, наверное. А как? О, пошла стрельба. С кем стреляться-то не пойму. Так, кого-то еще даже успел схватить. Мой полицейский рейтинг, наверное, должен увеличиться бы. А, здорово. Стой мне 20 тысяч, да? Отлично. Еще одно задание. Сейчас что-нибудь придумаем. Так. Что-то я куда-то вообще не туда поехал. Здесь можно звонить по телефону, как в GTA-шке. Ну, это нам не интересно. Сейчас мы еще одно преступление раскроем. Я покажу, как здесь можно грамотно вылетать из тачек. И все, на этом закончим. Наверное. Просто потому, что сейчас время... Сколько? Сколько, Дима, время? 12. Да, конечно, 12. Уже там за час, по-моему, ушло. 12.04. Ну, я просто наркоман. Вот. Кстати, здесь тоже прикольная тема с тем, что таранить машины нужно. Блять, кривой урод. Не потеряйте цели, я постараюсь. Вот она. Пошла таранить. То есть нажимаешь на Ctrl, и у тебя тачка просто дергается. Как будто в ней... Не знаю, что творится. Стоят 1000 хачей, толкают в одну стену ее.
Просто потому, что у меня нету другого описания всей этой ситуации, как это все это выглядит. Сейчас мы взорвем машину с помощью толкача. А еще, кстати, можно догонять машину. Там, поскольку это метров прибавляет каждую секунду. А то, что машина двигается вот так вот, вправо и налево, это нормально. Это вообще нормально. Правда, я не понимаю, почему. Сейчас мы взорвем ее. Сейчас туда надо договориться. Бах. 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 Иди сюда. Я съем. Ой, взорвал машину. Ай да барян. А, нет, наверное. Не взорвал. Ну ладно. Пофиг. Сейчас еще раз. О, можно из точки стрелять. Здорово. Блин, я выпрыгнул из машины. Походу, это лиф, ребят. Ничего, я сейчас ее прям пешком догоню. Возьму у этой бабы машину. Белую какую-то букву. Это, короче, чистая GTA-шка. О, смотрите, бабы-близнецы, они даже одеты одинаково. Никогда не видел вот это в играх. Сейчас мы догоним. Мы же менты, нам без разницы, на какой тачке ловить преступников. Блин, а как я так сделал? О, здорово. Ну что, мы сейчас догоним. Очень нудно, кстати, получается все это как-то. Ну, какой-то парень выехал тут на переднем колесе. Из-за угла. Наверное, хотел меня подставить. Ничего не вышло у меня. Шух. Ну, кстати, если попадешь в колесо. Во-во-во-во-во. Если в колесо попадаешь, то вообще жесть. Тачку переворачивает. Задержите подозреваемых. Ладно, мы сейчас их просто убьем. Диман, а как арестовывать их? Не знаю, ладно, просто убью. Можно бить о всякие предметы. Только у меня чуть ничего не получается, мне, наверное, нельзя их убивать. Эй, слушай, если он сейчас сядет в машину, это будет не смешно. Он сел в машину. Вот я лошар. Ладно, нормально. Всех поймал. Не знаю, почему там один уехал, правда, но ничего. Еще 20 тысяч дали. Ладно. Теперь можно посмотреть еще как. Диман, какие прелести в этой игре ты еще видел? Никаких. То есть ты хочешь сказать, что я обо всем рассказал? Без понятия, просто никого не слышу. Ну правильно, я тоже себя не слышу. Так, ну давай сейчас надо что-нибудь. Там вроде потом только магазины новые открываются, тачки. Вот, кстати, вот. Ладно, я люблю. Сейчас, как вылезти, я забыл обстрел. Да, я вылез из тачки, чтобы быстрее потерять миссию эту поганую. Вот эта вещь, кстати, то, что я сейчас активизировал. Мужик молится, как будто, не знаю, его нагибает. Раком. Ну, в общем, вот эта вещь, она помогает там, типа, здоровье больше делать. И хорош, я не встал на поинт. Идите нахер. Просто буду бегать в костюме водолаза, спецназовца. Какая толстая баба бегает, надо ее ушатать. Че, а с вертушки ее? Вот эту бабу с вертушки. Чтобы бегала быстрее. Оторвитесь от полицейских, я сам полицейский. Давай, догони меня.
Че? Сейчас вот куча народу сейчас будем ушатывать всех. Че? Че? Двоих, троих. Просто бабки, тёлки какие жирные, просто всех ушатываем. Курящая баба, ненавижу курящих баб. Жирный мужик, ненавижу жирных мужиков. Баба с сумкой, ненавижу бабу. Баб с сумками. Чикайте, ну ладно, это нормально, но я все равно ее ударю. Она просто видела, что я делал. Ты баба в полосатом свитере. Бога. Хотя вот эту оставим. Нет, все равно ее ушатал по рандому. Всех ушатал. О, барин, мужик в синей рубашке. Мне не нравится синий цвет. Пойдем еще кого-нибудь ушатаю. Вот эта баба какая-то стрёмная, похожа на еще азиатку какую-то ушатал. Несмотря на то, что я в Китае. Еще двоих, ладно, нормально. Вон, идут ко мне спиной. Ко мне нельзя поворачиваться спиной. Не важно, что вы шли по улице просто. Не имеете права. Мужик хотел сесть на лавку, нельзя. Так, ладно. Вы повернулись ко мне спиной? Вы зря. Ты, баба, ненавижу. О, педик. Ну, педик, мы вообще забьем до смерти. То, что у него розовым на майке написано. Ты этот нигер, по-моему, мне что-то сказал. Иди сюда. Короче, игра как прототайп, можно месить все. Просто все, что движется. Блять, промахнулся, смотри, какой резкий. Вот, схватил одного мужика, надо его убить. Он потому что пытался оказать сопротивление. Давай. На. Сейчас мы с тобой поговорим об стены его. Бац! Так, на этой радостной ноте. Вот своим китайцем. Китайцем, похожим на, не знаю, на какого-то актера, по-моему. Сидел на такую тактичную зарисовочку, вот такой вот, как будто он стоит. Вот такой. Выглядело довольно красиво. Ладно, на этом, я думаю, пожалуй, закончим. Сегодня у нас пати не очень веселая. Но у нас она вообще никогда не веселая, несет херню какую-то постоянно. Докончаю жизнь. Да. Ладно, пока.